Горшков. Здравствуйте и добро пожаловать в Хабаровск. Сегодня в гости к Амуру пожаловал «Локомотив», позавчера державший первую победу в этой поездке на Дальнем Востоке над «Адмиралом» с сухим счетом 3-0. По каналу Коршков и, кстати говоря, забросил первую шайбу. Ворота канадцев, гол! Забивает и здесь Коршков первую шайбу. Очень технично в ближнем бою переигрывает Барташека и буквально завозит шайбу с метра уже в пустые ворота. Как же так забыли Коршкова хабаровчане на собственном пятачке? Первый же опасный момент приводит к пропущенной шайбе. Показатель лиги 79,5% нейтрализации большинства, 27 пропущенных шайб в 131 попытке. Так, ну Александр Перевалов уже одну смену провел, 22-секундную. Бросок по воротам Бартошака, шайба у него под правым щитком. Ну, я так понимаю, вернулся Марченко. Еще бросок, добивание, гол! 2-0! Иванов исправляется за удаление, полученное в предыдущей смене. Видел Марченко, что накатывается на пятак Иванов. Ну и посмотрите, как здорово Иванов вырвался из-под опеки Аляева. И бросал-то не клюшкой, а рикошетом от ноги Каюмова шайба влетела в ворота в чужой зоне. И бросок, добивание, гол! Забивает Амур и даже не понял Файзулин, что шайба оказалась в ворота. Словно не поверил своему счастью. Но, тем не менее, со второй попытки Амур большинство сумел реализовать. Незамысловато, очень простая комбинация. Бросок от защитника, добивание, шайбу в ворота. Ну, примерно так же и Локомотив забросил свою вторую в матче. Николишин, бросок в ближний угол, штангу шайбы попадает. И дальше тут Баранцев в падении очень правильную позицию выбрал, перекрыл линию паса на дальнюю штангу. И Николишин бросил сам. Бросил опасно. И попал в штангу, да. Пускали шайбу не касался. Козун набрал 56 очков. Это был после, первый сезон после перехода из Йокерита. Ну и в сезоне 18-19 41 набранное очко. И 19 заброшенных шайб. Посмотрим, какой сезон будет на этот раз у Брэндона Козуна. А вот это точно, и это хороший момент, и это гол, 3-1. Отличная комбинация, свалились хабаровчане втроем на один борт и позволили Алексееву беспрепятственно выехать на пятак и реализовать момент. Но вот опять шайба, заброшенная с пятака. Все три шайбы Локомотив забил именно оттуда. Чего, собственно, начинается позиционная атака гостей. Мисюль. Ильенко выруливает на пятак. Момент. Не накрыл шайбу Аликин. Локомотивом. Тройка Ильенко. Сам же центр-форвард вырулил на пятак. Накатывал туда Тисанов. Готов был шайбу добить. Но удалось-таки хабаровчанам зачистить собственный пятак. Хранять темп. Архипов. Хороший момент. Шайба в воротах. Но не знаю, засчитают этот гол или нет. Да, интересный момент. Ну вот тут Архипов уходит от Баранцева. И тут как такового-то броска не было, посмотрите. Тут Баранцев сам эту шайбу как бы завез на ворота. Именно от его клюшки она туда залетела. Под соперником. Снабдил шайбой Черепанова, Осипов, отличная атака, расчертили все, как по линейке ярославцы, и тут должен был забивать Кудрявцев, но ускакала от него шайба. Даном. И снова отличный пас под завершение, Буше и гол. Но вот это, пожалуй, уже все, 4-2. Второе очко набирает Рид Буше. Билеты, я думаю, раскупят.
Ну а на сегодня все. Звучит сирена. Локомотив одерживает победу. Победу очень важную и нужную.